Седьмое в этом году ДТП с участием пешехода произошло в Заречном. 27 октября в 18 часов 24 минуты на зебре у театра юного зрителя сбили пенсионерку. Напротив дома номер 15 по проспекту 30-летия Победы водитель, мужчина, 1981 года рождения, управляя автомобилем марки Lexus, допустил наезд на пешехода, женщину, 1949 года рождения. В результате происшествия пешеход был госпитализирован в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. И это не единственный инцидент, произошедший 27 октября. Ситуацию на дорогах усложнили погодные условия. В ночь на пятницу в Заречном выпал снег. Не все водители оказались к этому готовы. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. В 2023-м в Заречном зарегистрировано 136 ДТП. Это на одно больше, чем за аналогичный период прошлого года. 7 из этих аварий – наезды на пешеходов. Пешие участники дорожного движения тоже нарушали правила. Зафиксировано более 1200 таких случаев. Сейчас в условиях плохой видимости из-за сокращения светового дня и неблагоприятных погодных условий сотрудники ГИБДД просят всех быть предельно внимательными. На территории региона наблюдаются погодные условия, которые осложняют управление транспортным средством. Призываем водителей быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и боковой интервал. В местах, где возможен выход пешеходов на проезжую часть, просим водителей снижать скорость заблаговременно, а пешеходов просим быть внимательными при переходе проезжей части и не забывать использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.